Здравствуйте, уважаемые подписчики, на связи Артем Уточкин, и сегодня я выкладываю один из своих матчей, который я провел в свою бытность профессионал. Многие подписчики просили меня разобрать какой-либо из моих матчей, чтобы лучше понимать, какую вообще игру играл Артем Уточкин. Что ж, это матч между мной и Александром Шибаевым, 2008 год, весна, четвертый тур премьер-лиги. Мне здесь едва исполнилось 19 лет, Александру 17,5. Сегодня я не буду проводить тактический анализ матча, а предложу вам просто посмотреть игру. Видео же с тактическим разбором выйдет уже послезавтра, и чтобы его не пропустить, нажмите на колокольчик под этим видео, и тогда вам придет оповещение о том, что видео вышло. Почему я не даю анализ матча сразу? Дело в том, что обычно, когда я делаю разбор матча для подписчиков или клиентов, то я исхожу из того, что матч уже посмотрен, результат известен, и игра уже не вызывает эмоций. Ну и когда я разбираю матч Тима Бола со вчером, то вы уже прекрасно игру этих спортсменов знаете. А вот игру этих молодых ребят еще не видели. Да, вы скажете, что много раз видели Александра Шибаева, но здесь ему только 17. И это еще совершенно другой спортсмен. Ну что же, приятного просмотра и до встречи в видеоанализе данного матча. Здорово, Хатин, здорово.
Давай. Thank you.
одна справа на вижу. Хорош, вот. Хорош, 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 Тём, хорош.